извлекая драгоценное из ничтожного. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, ты обязательно останешься один, совсем один, когда никого не будет рядом, и придется искать опору на землю и на себя. И тебе придется делать шаги веры, и ты поймешь, что никогда и никто тебя не восхитит из его руки. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, то обязательно ты переживешь такое время, когда жизнь ударит по тебе, чтобы расколоть, как орех, и достать ядро, и ты познаешь весь свой состав и кто ты есть на самом деле. Познаешь свою силу и слабость, свое добро и зло, и у тебя не будет другого выхода, как смириться пред его лицом и дать горшечнику слепить из себя ему угодный сосуд. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, ты обязательно переживешь боль и страдания. Тебе будет так больно, что эта боль заставит тебя умереть, а затем неиссякаемый источник жизни поможет тебе переродиться изнутри, и ты будешь плакать, и эти слезы ничем невозможно будет сдержать, и через них придет освобождение, покаяние и очищение твоей души, а потом и настоящая жизнь. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, ты будешь уязвим при других людях и никак не сможешь это спрятать, и тогда поймешь, кто с тобой, а кто нет. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, ты не будешь знать ответов на вопросы, и тогда придется принимать решения, за которые ты сам будешь отвечать. Но если ты доверишься Богу, то увидишь обязательно в конце туннеля свет, который даст тебе мужество и надежду жить на этой земле. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, то наступит время, когда тебе не у кого будет спросить совета, совсем ни у кого, или никто не сможет дать тебе верный совет, и придется найти Бога внутри себя и научиться слышать Его голос. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, тебе будет невыносимо настолько, что ты не захочешь жить, жизнь потеряет всякий смысл для тебя. Но и тогда Он не оставит тебя. Он даст тебе веру, в которой ты будешь черпать силу. Его любовь тебя воскресит, и ты будешь другой. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, ты потеряешь, обманешься, будешь предан и почти раздавлен. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, у тебя не останется денег, и придется вступать в реальные отношения с людьми, которым раньше можно было просто заплатить. Возможно, у тебя будет очень много денег, и ты постигнешь глубину отчаяния, когда развеется иллюзия, что счастье в них. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, тебя далеко не все будут любить, и нужно будет настроить внутреннюю систему ценностей, а желание всем нравиться отпустит твое горло. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, кто-то близкий отвернется от тебя, и ты узнаешь цену моментам счастья, а может и это пройдет мимо тебя. Помни, что у каждого свой крест, свой Пилат и Иуда. И да пошлет тебе Господь Симона, который поможет нести твой крест. Но если не будет и этого, помни, что плечо Господа всегда ляжет под твой крест,
чтобы нести его вместе с тобой. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, ты столкнешься с любимыми лицом к лицу, и будет две правды, их и твоя, и ты ощутишь звенящее пространство между отдельными вселенными, которые едва соприкасаются. Ты будешь в растерянности и на распутье, как тебе поступить? Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, Он поможет тебе, и ты сможешь все это выдержать. Его любовь преобразует тебя. Испытаешь ту внутреннюю силу, которая делает из боли красоту, из злости смирение, из страха свершение, а из радости вдохновляющий пример. Вину и стыд вычищает из души, как дворник выметает старый мусор, а шрамы превращает в двери. Если с тобой имеет дело всемогущий Бог, и ты предашь свою душу Его благодати, Его жизни внутри себя.